Всем доброе утро, ребята. Ярик, привет. Всем привет. Дорогие друзья, мы сегодня с вами будем смотреть обзор, точнее будем и его чувствовать, вы будете смотреть, что мы будем чувствовать, на спа-комплекс Дилуч, который находится в городе-курорте Анапа на улице Калинина. Ну, начнем, как говорится, с раздевалки. Хороший ресепшн, нам всем выдали браслетики, покажи, Артур. И мы приходим в шкафчики. Каждый открывает своим браслетом. О, нет, вот, все. Открыл. Вот так. Так вот. Такие шкафчики с вешалочкой, вещи сложили, положили. Здесь есть санузел, зеркало большое, такое, это все в переодевалке с фенами подсушиться. И так вот выглядит bedroom. Далее у нас выход во все зоны отдыха идет через душевые. То есть вы вышли, помылись, мыльца есть и пошли дальше. Сейчас вместе с вами протестируем все, как говорится, первые эмоции мы вместе прочувствовали. Нам уже рассказали по территории, где что находится. Здесь, с правой стороны, это зона отдыха после сауны хамама. Это как солевая комната. Видите, солевые блоки стоят, и вы сюда ложитесь на лежачки и отдыхаете. Отдыхаете соленый, полезный воздух. Но Нактур уже оздоровился. Смотрите на него, вообще отлично. Идем далее, друзья. Здесь вот прям какой-то сверхсупер душ. Анна набирает воду. А вода холодная. Смотрите, как я распрыскиваю тебя. Так мелко, смотри. Да. О, пошел. Как тебе ощущение? Вообще плохо, знаешь? Уф, пошла жара, смотрите, это музыка. И... Ты смотри. Да, надо посуждать, знаешь? Да. Ну красиво, да, поспать, покажи, наверное, как все. Поливается. У меня достаточно, как будто у меня волосы вот так делают. Это экстрим ведро, смотрите, какое. Вау! Классно! Да нормально, потяни, что ты это плохо потянул. Отлично. Вообще супер, да? Да. И русская баня здесь до 70 градусов температура и влажность здесь 40%. То есть мы заходим сюда, отделка, можем увидеть как раз таки, что 70 градусов. Ох, там влажно здесь побольше сейчас. Отойдите, печечка. Шикарно. Теперь мы идем смотреть хамам, друзья. Хамам здесь прям пушечка. Ох, сразу все запотело. Ох, здесь прям хорошо в хамаме, друзья мои. И температурка классная, парит. Посмотрите, как красивая отделка. Я не знаю, камера, по-моему, делается. Ложись, а тут надо лежать. Сначала как ощущение? Ой, вообще огонь, да? Еще соли, только значит, что было. Следующим местом для посещения – это финская сауна. Здесь температура до 90 градусов. Аромат дерева ощущается. И здесь вот, ну, не знаю, почему-то в баню как-то обидели, да, там меньше температура. Но здесь очень сухо, прям горячо. Вот это вот то, к чему мы, наверное, привыкли в обыденной жизни, сауна, да? То есть, да. Именно... Аромат, конечно, мне прям очень нравится, прям дерево запах такое. Дерева, да. Запах дерева моей, я хочу остаться с ней. Вот, после сауны. Супер, ребят. Настоящие мужики ходят в спа-салоны, вы ничего не понимаете, ваша сторона. Это соляная комната, такие блоки из соли. Ой, с ней такой прям воздух дует, круто. Теперь мы идем на посещение бассейна. Ярик подготовился. Это крытый бассейн, тут два бассейна, один на улице, один здесь. Очень большой. Тут есть элементы гидромассажа, такие вот струи колбасят. Как водичка? Видите, струи гидромассажа идут. Классно. А это детская зона. А кто это для тебя? Давай сюда. Все, пацаны кайфуют. Так, ты что делаешь? А что, обычно спину массажируют. Ты что там массажируешь?
ощущением, вот очень мощный насос. Я, наверное, мощнее насоса не встречал нигде. Во всех, которые ждут, комплекса, где есть гидромассаж. Здесь вот мы сидим, у нас получается есть одна струя на ноги и одна струя на спинку. И прям вот так вот хорошо можно прям промассажироваться. Давайте попробуем. Вот эту тему. Это самое прикольное должно быть вообще. Какая водичка, а? Ярик учит Артурика плавать. Так не глубоко. Да. Так, ноги поднимай. Вот ты практически вот это есть. Нет, ты можешь опустить? Нет, ты, вот ты сейчас напрягаешься, вот он руку брал и все, пошел под воду, расслабь. А, подожди, вот так расслаблено. Вот все, что ты плывешь, что ты? У нас 28 градусов, вода и 31 воздух. И прямо отсюда можно выйти вот либо через эту дверку, либо отсюда у нас проход на открытый бассейн, который находится на улице. Смотрите, какая красота. Солнышко, теплышко, анапушка. Отсюда вот так, на 2 минуты. Посмотрите, какая красота. 27 формат бассейнчика. А ночью он еще с подсветочкой, да? Вообще, смотрю, горит красота. Как в Турции, наверное, да? Ты был в Турции? Да. Как в Турции? Во сне. Во сне. Смотрите, как его. О, у нас тут есть дама. Да, турчанки. И пошел. Красиво. Есть отдельно детская зона. Лежачки стоят. Плитка, кстати, очень комфортно. О, смотрите, какая прикольная тут зона. Такие фонтанчики. Это зона гидромассажа. Я смотрю, с той стороны там и с этой стороны тоже снизу идет гидромструи. А здесь вот такая вот детская зона. Детская зона, я думаю, будет еще более интересно. Потому что такие лазалки. И с них можно скатываться. Клево выглядит. Ну и, конечно же, грибок с обезьянками. Как ощущения? Супер. Там, кстати, виды такие под водой классные. Очень смотрится. Все просвечивается солнцем. Красиво. Посмотрим. Какой тебе бассейн больше понравился? Слушай, ну, оба классные. Только помещение и зимы как бы. А кто выбрал для себя сразу детскую зону? Давай на горке прокатишься. О, боже мой, такая теплая. Да. Вот он и Анапа, ребята. Как ощущения? Это что-то. На втором этаже, друзья, есть фитобар, то есть можно заказать какие-то коктейли, мороженки, но нету алкогольных напитков здесь, то есть кофеечек, если вдруг хотите, все, что, в принципе, вы захотите, я еще повторяюсь, только единственное, без алкогольных напитков, вплоть до мороженок, и шикарно посидеть с видом на бассейн. Есть также лифт, можно воспользоваться, чтобы не подниматься на второй этаж, а подняться на лифте. Персональная сауна, то есть сюда вы приходите, снимаете это помещение и наслаждаетесь отдыхом. Что входит? То есть наборы полотенчиков, посуды для вашего времяпровождения. Здесь на территории разрешено выпивание горячительных напитков, и она не включает в себя посещение остальных спа-комплексов, процедурных и так далее. Санузел.
зеркальце, мыльце, то есть, ну, все принадлежности, то есть диванчики для отдыха, большой телевизор, очень тепло, очень красиво, очень комфортно, очень клевый аромат. Здесь у вас своя сауна и плюс в том, что вы можете регулировать температуру сауны, потому что в остальных местах там она идет стандартная, а именно здесь она идет регулируемая. То есть выставляете, и поехали сюда, наливается ледяная вода, то есть у вас получится такая своя бочка с ледяной водичкой и здесь душ. Стоимость, думаю, что уточняйте, потому что могу ошибиться, все есть на их сайте. Ну, приятное помещение, отдельно от всех, отдыхайте, наслаждайтесь. Здравствуйте. Также в спа-комплексе Делуч имеется кабинет массажа. Расскажите, какие процедуры здесь можно получить? Антицеллюлитный, лимфодренажный, классический массаж, массаж лица, массаж по зонам головы, спины, рук, ног. Здравствуйте. Что за процедура? Расскажите, пожалуйста. Это у нас здесь фитобочка кедровая. Лечение паром идет. Это идет тонизирование организма. Эффект идет как типа баня, только немножко меньше градусы здесь идут. В воду добавляются эфирные специальные масла для витаминизирования нашего организма, для снижения веса, для улучшения общего состояния нашего организма. Ну и подтягивание, конечно, кожи. Улучшение сна. Да, ощущения прям такие очень классные. Вокруг меня так сказать разогревается атмосфера внутри и приятный аромат. А при прохождении комплексов наших, фитобочка, например, или массажи, очень хорошо после фитобочки раскрываются поры, теряется 600 грамм веса живого. Можно сразу после фитобочки пройти на массаж или принять, у нас есть парафин, который накладывается на ручки и на ножки. Если очень сухая кожа, эффект идет до 2 недель. То есть не надо пользоваться лишними кремами, просто раз в 2 недели приходите к нам на парафин, и ваши ручки становятся нежными. Масла для увлажнения всего тела тоже очень хорошо питает кожу сухую. Да, на глазах. Ну что, похудел? После бочки рекомендуется принять небольшой душ, чтобы смыть все, что из вас вышло. Все шлаки, да? Да, все шлаки смыть, и все. Вы как новый человек, можно сказать, переродились. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое? Это у нас криосауна, это лечение холодом. Градусы тут у нас варьируются от 140 до минус 186 градусов. Человек заходит сюда внутрь. Если небольшого роста, например, как я, мы его на лифте поднимаем так, чтобы голова торчала снаружи, потому что заправляется криосауна жидким азотом. Им, как естественно, дышать нельзя. У нас голова находится сверху, а человек сам находится в камере. Начинается процедура первая от 1 минуты, а заканчиваются последующие до 3 минут максимум. Человек стоит внутри. Какой эффект имеем после посещения? Эффект очень хороший, подтягивается кожа, на суставы очень хорошо влияет, влияет на наши сосуды внутренние. У кого, кто страдает, например, повышенным давлением, давление нормализуется. Общее укрепление, естественно, организма. Если проходите курс криотерапии, 10 процедур считается как 3 года ежедневного закаливания. То есть очень хорошо повышается иммунитет. Те, кто страдает часто частыми заболеваниями, очень хорошо помогает, повышает иммунитет. Спасибо большое за рассказ. Оказывается, не надо было мне купаться каждый день, надо было сходить 10 раз и 3 года потом. Да, да. Так, друзья, это тренажерный зал, оборудованный полностью новыми тренажерами. Есть гантельки, есть для тяговых всяких упражнений. Здесь всегда находится инструктор, который вам поможет, подскажет, проконсультирует. Можно взять также индивидуальные занятия с тренером. И вот с таким вот шикарным видом на красивых там девочек на бассейне можно бежать к своей мечте. Так, как только ты уже целую минуту набежал, как тебе ощущения? Живот? Минуту?
Нет, пробежал сколько? А, пробежал, я не знаю, дистанция 12 метров. Да, что надо. Ярик, тут уже больше. Давай беги, я сказал, куда ты, все. Сразу нельзя напрягать. А-а-а, если я ты понял, этим не занимался. То есть, ты... представь, что ты бежишь по пляжу. Полностью весь комплекс есть. Ярослав, по-твоему, тут все тренажеры представлены? Самые основные. То есть, ну все, что надо. Вот штанга есть, и вот тяговые все, и кардио есть, там пресс покачать, штангу поднять. А потом надо идти в сауну, баньку, купаться, наслаждаться, удовольствие получать, и бассейнчики. В общем, комплекс интересный. Твой отзыв расскажи мне. Мне все очень понравилось. В тренажерном зале сейчас находимся. Тренажерный зал, ну, довольно-таки просторный, но не тесный. Вот, и что еще удобно, можно... отдельно ходить на, ну, занятия только в тренажерный зал. Вот, а можно в комплексе посещать и сауны, и бассейн, и тренажерный зал. На самом деле все хорошо здесь, все идеально. От бассейна взять, от сауны взять, вот финская баня, ну, хамам, там русская баня. Ну, больше всего, конечно, лично мое мнение, мне понравился хамам, а так все хорошо. Ну и плюс бассейн, на самом деле классно. Это супер. Мы сегодня действительно посетили все абсолютно зоны спа комплекса Дилуч. Мне очень понравился массаж, то есть мне шейную зону размяли, то есть очень крепкие руки, очень прям здраво зашел. Фитобочка — это очень прикольно. И самое классное, знаете, вот ты в бане сидишь, тут за тобой следят, чтобы ты отсидел эти именно там вот 20 минут, а в бане ты трубаться не пересидел, там вышел. А здесь вот все по времени, клевенько. И плюс это полезно для организма. Надеюсь, что я уже такой прям оздоровился. Ярослав тоже прокачивается. Я хочу отметить, что мне невероятно понравились бассейны, потому что хлорки минимальное количество, я с открытыми глазами в них плавал. Это для меня прям большой показатель, потому что обычно ты в бассейн ныряешь, и прям глаза обжигает. Я в морской воде легко плаваю, потому что привык всю свою жизнь там купаться. А здесь же вот бассейнчики прям клево. Кстати, смотрите, мы снимали, там практически никого не было, а сейчас потихонечку уже приходят гости в бассейн, появляются детки, взрослые. То есть жизнь, так говорится, просыпается. Мы пришли просто в 8 утра, но к 9 только сюда зашли. Вообще работает все с 8 до часа посещения. Друзья, по ценам смотрите все на сайте. Вот тот комплекс, который мы сегодня получали, это не включая фитобочку и массаж, стоимость 1500. Он включает в себя посещение спортзала, посещение сауны, то есть и посещение двух бассейнов. То есть с 8 утра до часу дня можете здесь находиться. И плюс огромный перечень разнообразных там всяких процедур, услуг. Я не знаю, мне кажется, если бы найдем команду, то будем ходить сюда постоянно, потому что комплекс очень хороший, все новое, это прям важно, потому что ты приходишь куда-то в какие-то спортзалы, там уже все подушатано. Здесь, причем, вот мне отдельно тренер сказал, что, я говорю, ну тут как-то индивидуальные программы только, как вы помогаете. Он говорит, нет, говорит, если вдруг кто-то придет с большими весами, будет работать, я всегда помогу в спортзале, да, там поднять, если человек будет один, там подскажу советы, то есть как-то направлю, то есть не обязательно сразу это все делать за деньги. Если надо именно прям профессиональная тренировка с составлением там всех планов питания, планов занятия, то это уже понятно, что за отдельную плату. Еще раз говорю, прайс предоставляемых услуг очень большой, поэтому ознакомьтесь с ним. Я благодарю комплекс за то, что пригласили нас, посмотрели, что в Анапе появляются такие вот места великолепные для посещения. Не знаю, как это уровень назвать. Ну, здесь было прям очень круто. Так что, друзья, всем пока-пока. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.